Эй! Эй! За проезд платить надо! С какой стати? А с такой, что хер тебе в жопу деловой! Или плати, или шуруй вплавь через реку! Пропусти меня. Ну ладно. Прошу. Нет! Перестань! Не трогай его! Я передумал. Оставь его. Кажется, нам надо поговорить. Это Неллин. Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой, и тут объявился ты. Уходи, оставь нас. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. Ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ты больше никого не убьешь. Нет, не трогай его. Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги. Смотрите, опять клиент подвернулся. Я не собираюсь ничего у вас покупать. Это тебе так только кажется. Коли хочешь, чтобы мы тебя пропустили, придется заплатить. А если я не заплачу? Значит, сдохнешь. Видите медальон? О, начальник! Начальник! Тихо, Собин! Я вижу, мастер. Теперь вижу. Мы не... Цех, узнаете? Да, сударь. Только прошу, не держите на нас зла, чтобы сразу не сообразили. Начальник! Начальник! Может так случиться, что скоро я снова буду здесь проезжать, кто знает. И вот тогда я вас здесь видеть не хочу, это ясно? Да, яснее солнца, сударь. Счастливого пути. Госпожа, коровенка, значит, с говна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 крат спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Кейра Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это бывшая советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело?